Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается страха за ребенка, да, что с ним что-то случится, вот, тревоги по поводу этого и так далее. Значит, смотрите, первое, на что хочется обратить внимание, да, это будет немного нетипичное и, может быть, несколько неожиданно для вас, но тем не менее. Вы описываете свое поведение, в котором говорите, что раньше я одевалась одним образом, теперь я одеваюсь другим образом. Раньше я носила одну одежду, теперь я ношу другую одежду. По сути, говорите вы, да? Вот. Соответственно, возникает вопрос, с чем связаны такие перемены? То есть, да, у вас есть страх. Страх за дочь, там есть определенная проблематика, да, с доверием к мужу. И так далее, это все понятно. Но давайте начнем с самого простого. Вы перестали носить определенную одежду. Почему? Что изменилось? Я думаю, что несложно, по крайней мере, с моей стороны, предположить, что если раньше вы себя чувствовали более женщиной, да, то сейчас вы чувствуете себя большим родителем. И роль родителям для вас стала определяющей. Вместе с тем, вы транслируете через проекции, то есть вы приписываете своему мужу определенные вещи, вы приписываете своей дочери определенные вещи из разных сфер потребностей. В общем-то, свои желания, получается. И не кажется ли вам, несколько, так скажем, не случайным то, что с одной стороны вы перестаете быть женщиной, да, вот, по крайней мере, с точки зрения поведения, я, естественно, не имею в виду, что все, вы не женщина, нет, ни в коем случае, я говорю исключительно вот в таком контексте, да, вот, вы перестаете перестаете выражать свою женственность, вот, например, да? Вы перестаете перестаете быть, например, там, допустим, ну, свободный, раскованный, да, к примеру, вот. Ага. И у вас появляются такие вот страхи, с одной стороны, ну вот по отношению к дочери, а с другой стороны появляются определенные проявления недоверия к мужу. Вот. И, соответственно, лично я в этом вижу связь. Какую связь? Связь в виде трансформации ваших потребностей и желаний. То есть желание блокируется в одном месте, желания подавляются в одном месте и проявляются, выражаются в другом месте. Страх за дочь может быть связан с вашей тщательно ввиду гиперответственности, например, значит, подавляемой злости на нее, подавляемой агрессии на нее, на дочь в смысле. И, как правило, это связано с тем, сейчас будет кое-что не слишком приятное, но тем не менее. В общем-то, как бы желанием от нее отстраниться. То есть вы слишком, может быть, сильно
вы слишком сильно, может быть, на нее переключились. Вы слишком сильно, слишком много, может быть, стали уделять ей внимание. Слишком много стали тратить на нее сил ввиду того, например, что, ну, может быть, считается, что так нужно, так правильно, и это действительно так. То есть действительно хорошо, хорошо и здорово, что вы уделяете своей дочери там внимание, хорошо, что вы ответственный родитель, но про себя забывать нельзя. А именно это, как мне в данном случае кажется, и происходит. Вы забываете про себя, жертвуя дочерью. Жертвуя собой ради дочери. Ну, и, соответственно, таким образом, если мы придерживаемся данной концепции, то вот вам позиция, да? Вот вам позиция. Соответственно, необходима коррекция ваших отношений с мужем, необходима работа с вашими личными страхами, которые, по всей видимости, не имеют под собой никакого реального основания, вот. И, как сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, необходимо в то же время, да, необходимо работать с вашим личным опытом, потому что если так вышло, что в вашем личном опыте были какие-то неприятные моменты, эксцессы, ну, травмирующие какие-то факторы и так далее, то они, конечно же, влияют на, ну, на ваше восприятие вот того, что происходит сейчас в вашей жизни, с вами, с вашими близкими людьми. То есть этого в данном случае никак не избежать. Вот. Да? Вы пишете о том, что это у вас второй брак. Вот. И, соответственно, первый брак почему-то вот распался. Это нужно проанализировать тоже, почему он распал. Следующее, Анна. Следующее. Вы не задаете вопрос, то есть вы просто вот описываете ситуацию, но не задаете вопрос. Соответственно, на чем мне бы хотелось в данном случае, вот, так скажем, закончить. Мне бы хотелось закончить тем, чтобы спросить вас. Какую проблему, или, может быть, какой запрос у вас к нам, к психологу? То есть, какой помощи в чем вы ждете от нас, от психологов? Потому что, ну, нужно же, чтобы вы сформулировали свой запрос, нужно, чтобы вы, ну, как бы, согласовали его, что называется, вот. Не так, чтобы мы вот сами, да, придумали, как, например, я это делаю весьма самонадеянно сейчас. Вот. Потому что вы можете сказать, а я вообще-то
не эту проблему хочу решать, я вообще-то хочу решать совсем другую проблему, а то, о чем вот, например, вы говорите, Андрей, да, мне, ну, мне не интересно, например, вы можете так сказать. И, в общем-то, будете недалеко от правды. Но, тем не менее, раз вы обратились и не задали вопрос, то логично, как мне кажется, и хочется верить, вот, логично, что, например, я буду отвечать вам именно вот в рамках, ну, того, что видится мне, да, и в рамках, ну, соответственно, того опыта, допустим, который у меня есть, и тех вот знаний, и я не буду скрывать в определенной степени предустановок, которые у меня есть, потому что, опять же, в данном случае ситуация, ну, она практически лишена индивидуальных особенностей. Вот. Именно вот ввиду малого количества информации. И, по сути, предоставление лишь вот такой самой общей информации. Я понимаю, почему вы можете так поступать. Я не говорю о том, что вы поступаете, ну, 100% плохо, действуя вот в таком ключе. Но просто вы не продвигаетесь к решению проблемы, к сожалению. Таким образом. И возникает вопрос, а зачем тогда вы задаете свой... Ну, зачем вы тогда вообще писали свой текст и так далее? Да, то есть как бы, ну, хотели пожаловаться, например. Да, ну хорошо, как бы пожаловались, вот. А что дальше? Вот. Ну, как бы проблема-то не ушла в этом. Ну, в этом смысле проблематика-то не изменится, если вы просто пожалуйтесь. Вот. Понимаете, да? Поэтому я бы вот как-то ну, с такой стороны подошел бы к решению этого вопроса, к решению этой ситуации, да, вот. Вот, что еще бросается в глаза, как вот мне, по крайней мере, это видится, да, что еще бросается в глаза, довольно интересно, это то, что вы, ну, в определенный момент перестали доверять своему мужу. Вот. То есть вот тоже хотелось бы как-то вот этот момент, так скажем, поисследовать. А да, то есть вот в какой момент времени, да, вы перестали доверять своему мужу, что случилось, вот. Такого, да, может быть, муж что-то сделал, например,
Ну, может быть, какие-то ситуации произошли, да, вот, что вы перестали вот своему мужу доверять. Это очень важный момент, на который я бы хотел, чтобы вы обратили свое внимание. Ну, наверное, на этом можно мой ответ завершить. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Надеюсь, что для себя вы какой-то материал для размышления, материал для анализа смогли получить. Вот. Я на это, по крайней мере, очень сильно надеюсь, потому что было бы весьма жаль, если бы, допустим, ваша семья распалась только из-за того, что вы себя вот как-то, ну, как-то зажимаете, подавляете, как-то ну, не знаю, не позволяете себе быть, например, собой, вот, боитесь своей женственности, например, что, кстати, тоже ну, транслируется в том числе и вашей дочери, которая также, ну, может испытывать в будущем по этим причинам проблемы с проявлением своей уже женственности. Я имею в виду, когда она будет взрослой. Вот. И, соответственно, все это вряд ли идет ей на пользу, так же как и так же как и вам. И, как мне кажется, центральной темой того, что вы описываете, центральной темой вашей проблемы, на мой взгляд, повторюсь, исключительно на мой взгляд, является страх перед мужчинами. То есть некая такая установка, что мужчины, вот они какие-то не такие, да, что, не знаю, мужчинам, ну, нельзя доверять, и, соответственно, там, мужчина обязательно делает что-то плохое. И, понимаете, может быть, опыт такой у вас и есть, и именно поэтому так важно его прожить, проработать, чтобы он не оказывал такого разрушительного влияния, чтобы вы были свободны. Вот. Понимаете, да? Вот, в принципе, наверное, и все, что я хотел бы вам сказать. Естественно, что могут быть еще нюансы в виде вашего отношения к, ну, например, к интимной жизни, да, вашей, вот, в целом какой-то, ну, стеснительность, так скажу. Вот все эти нюансы тоже могут быть, но говорить об этом сейчас, на мой взгляд, несколько преждевременно. Потому что слишком мало информации
Пока что. О вас слишком мало информации. И да, необходимо разобраться в этом. Поэтому выбирайте психолога для работы. Поговорите с мужем, обсудите, что вас тревожит, именно вас, а не в контексте него. И, может быть, даже вы сможете начать вместе с ним работать над проблемой. Всего вам самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью.